каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь Геймс, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Мститель, у меня по счету 16-я часть игры под названием «Одиночное приключение Черной Вдовы». Но перед тем, как мы начнем проходить данную серию, ваше внимание прикинуть прикольненький классный игровой канал под названием Ronin Comics. Автор тут снимает прикольненькие разные игровые стримы, разные реакции на мультфильмы, из фильмы и сериалы. У него классное и прикольненькое оформление, у него реально классные превьюхи. Всем рекомендую его канал. Ссылка на его канал будет в описании. У него, правда, годный канал. Реально супер, мне нравится. Прикольное оформление, очень канал у него очень классный и интересный. Я первый раз рекомендовал канал, поэтому не следите меня строго. Выполните поручение костюма Старк. Так, не-не, у нас Черная Вдова. Да, Стив, классный, ничего не скажешь, но я хочу за Черную Вдову поиграть. Так, получается пустыня. А следующая серия я поиграю уже за Стива. Будет называться «Спорт ракет». Или вообще другое название будет. Вадика, так, получается у нас тут пришел паучок. Получается так, да, у нас будет другое название. Ладно, командир. Мои люди на месте? Да, как ты и предсказывала. Я следила за лабораторией АИМ, которую вы нашли в пустыне Юты. С утра туда перевезли ученых. Такое чувство, будто я не догоняю. А ты не отставай, Тони. Не буду, если ты расскажешь мне свой супершпионский план. Вдова установила контакт с группой ученых в АИМ. Хотят перейти в сопротивление. Спасательная операция. Ясно. Это умные ребята. Может, поумнее тебя. Нам не помешают их мозги. Я в деле. Но если что, будьте готовы прислать подмогу. Вот сейчас мы повеселимся, а. Тика, я вроде бы не классный канал порекомендовал на самом деле, а. Так, выбрать героев. Конечно, я выберу Черную Вдову. Однозначно Черная Вдова. Отлично, можно Кэпа выбрать, но я, ну, это уже нет. Следующая миссия будет, следующая серия. Вау, прикольный костюмчик, правда, очень вызывающий костюм, но прикольный. Так, ладненько, все. Погнали. Тут пришел паучок. Ну, сама серия называется так, но я решил по-другому назвать. Да, Черная Вдова, ты реально классная и прикольная. Ха-ха. Мне нравится Черная Вдова. В принципе, мне каждый мститель нравится, а. Все-таки будут у меня спутники, а я думал, я одним буду, а. Ну, ладненько, я не ожидал. Но, тем не менее, так есть. Так, блин. Я-то, в общем, играю за Черную Вдову. По сути говоря, я один. Я же не в кооперативе. Тика, я был бы прикольный бы вообще в этой игрушке в кооперативе поиграть на самом деле, а? Тика, я не прочь завести новых друзей. Пишите комментарии. Ты много общалась с этими людьми? Как танцовщица? Очень. А как меня раскрыли, то корпоративную почту заблокировали. Переманивала людей прямо под носом АИМ? Класс. Да Черная Вдова вообще просто суперагент. Да, Черная Вдова? Наша цель спасти заложников, именно ученых АИМ. Побег устроить. Так. Надо вырубить электричество на базе АИМ, чтобы ученые могли воспользоваться этим и дезертировать. Эти ученые как-то связаны с Днем Мстителей? Они работали в лаборатории Тарлтона. Той самой, которая обнаружила Терриген в заливе. Видимо, хотят вступить к нам из-за чувства вины. Ох, какой же классный костюм, честно, очень вызывающий на самом деле. 18+. Так, ладненько, у нас получается навыки, да? Так, давайте вот это прокачаем, это у нас легкая атака, вообще дерьмо, а. Опа, годится, так, коллекция. Получается, нет, ладно, снаряжение. Ого, тут 22 уровень у нас, нехило прирост будет, а. Вау, видите, все-таки что-то получилось, да? Так, ладненько, тут дерьмо. Тут у нас получается... А, ну-ка. Тут 10 получается. Тоже 10. Тут у нас не катит. Так, можно прокачку? Ух ты! А этот говно... Вау! Ого!
Да тут... Ух ты! А, ух ты, нифига себе, тут я даже думаю, как, чего да как. Хочет только минус ближний бой, тебе ближний бой нам нужен. Причем это возьмем. Это нахрен. Это... тоже. Вообще, оставим только 25. Сейчас, быстренько. Не, я на самом деле... Классненько канал, на самом деле, порекомендовал. На самом деле, у пацана правда прикольный, классный канал. Классное оформление. В общем, всем рекомендую еще раз. Ссылка на его канал, так же, как я говорил уже ранее, будет в описании. Надо добраться до электрощитовой как можно скорее. Без электричества они не смогут вызвать подкрепление. Если, конечно, мы не привлечем их. Внимание раньше. Надеюсь, надеюсь. Хотя я, в принципе, не боюсь. Привлечем, привлечем. Как с нами Тони Старк, Капитан Америка и Камала, поэтому бояться нечего. Так, ладненько, нам получается надо сейчас отыщить объект АИМ. Окей, окей. Так, я просто почему нажимаю специально, чтобы... Тык-тык-тык-тык-тык. А повыше путь можем? Свободен. Охраны почти нет. Тревога не сработала. Фу, круто. Так, получается нам сюда идти. Так, как же нам лучше обойти, а? Чтобы нас точно не спалили. О, прикольный костюм у Тони, а. И где Кэп? А где Кэп, реально? Куда Кэп делся? Ну ладненько, а. Кстати, как прикольненько. Кстати, у нас близится очень скоро финал на самом деле, а. Если Кэп был прав, что надо эксклюзивные серии за каждого героя поиграть. Хотя парочку тоже, а. Готовьтесь, потому что... они не захотят подпускать нас к своим системам. Понял. Потому что финал пока недоступен. Там надо какие-то материалы собрать. Конечно, ой, конечно, черная вдова. Еще как. Пушки говно. Это может шокировать. Ё-моё, я не хотел этого. Пистолет-то лучше будет, да? Все, блин, не хотел. Ладно, щитовая прямо по курсу. Чтобы проникнуть в нее, понадобится помощь Джарвиса. О-а-а. Мисс Романов, этот объект защищен локальными протоколами безопасности. Чтобы я открыл двери, вы должны подойти с вашим передатчиком к узлу их сети. Подобраться поближе и ждать, пока ты не закончишь. Понял. Принципиально важно, чтобы вы оставались в досягаемости узла и не подпускали к нему бойцов АИМ. Они попытаются заглушить мой сигнал. Понял, понял, Джарвис. Мстители АИМ, ага. Так, сохраните контроль над территорией. Окей. Так, спасибо, Тони, тебе. И Кэп. Ага. Как я рад, что Кэп, что Стив жив, а. Противник убит. Ты. Это интересная. Вау, какая крутая Камала, блин, а. Ой, сори, Кэп. Никогда не могу угадать, какую тактику ты выберешь. Идти в лоб или втихую. Иногда и я не могу угадать. Вау, а. Не сдаются. Русские? Да русские никак еще не сдаются, вот, блин, а. Вот ты сразу, а? Блин, да ты подожди, а? Нельзя сдаваться. Ух ты, ух ты, ух ты, вы чё? Умели, а? Так ты. Я почти открыл двери. Пожалуйста, не отходите от узла. Без проблем. Смотри, не моргни. Ух ты. Ничего, народ, мы еще победим. Конечно, конечно, Тони. Победим. Вау-вау-вау, если, конечно, не погибну раньше, а. Что-то я сегодня не в форме. Даже пули жаль. Ух ты, все тут. О, май. Благодарю. Спасибо, Камала, огромное спасибо. Давай, Стив, помогай мне. Прикольный костюм у Стива, да? В следующей серии за него поиграю. Именно эксклюзивную серию. А потом следующую, другую серию. За Тора или за Камалы. Или за Халка. Или... О, да, вообще пипец, а. Так, еще осталось немножечко. Ладно.
Я закончил. Двери открыты. Отлично. Иду внутрь и уничтожаю их щитовую. Спасибо, Джарвис, спасибо. Так получается, нам надо вниз идти, да? Какая же классная черная вдова. А может, мне костюм какой-то новый появился? Хотя нет, навряд ли. Получается, у нас только два. Тактический костюм и классический костюм стелс. Только эти костюмы недоступны. Так, ладно, зато навыки есть. Так, получается, что это у нас? Бездонный запас. Ух ты! Это у нас калиберная стрельба. Вау, а вот это пригодится. Так, теперь получается снаряжение. Что у нас тут доступно новое? Так, вроде бы как бы хорошо, но... Нет. Это мы оставим. Блин, немного не хватает. Ух ты. А, тут максималка. Может, это лучше будет, а? И получится 3, тут тоже 5. Ладненько, надо новый как-то найти одежду себе. Так, используйте лифт. Куда нам дойти? Конкретней. А, все, понял. Вау. Ого, нифига себе, сколько тут штуковин. Это нужная штука или нет? А, нет, только зря стрелял. Вау, на самом деле эксклюзивная серия для каждого героя по-своему уникальная и интересная. Честное слово, блин, класс, а. Почти все мстители в сборе, только чуть-чуть нас может доступно четверо, а? Типа кооперативе, также 4 человека доступно. Сейчас почем ученых АИМ. Они помогут нам победить Тарлтона и Монику. Вообще просто компанию АИМ. Доктор Форсон, прием. Я готова отвлечь их внимание. Принято, вдова! Что у вас? Нервничаем, но готовы выдвигаться, как только вы отвлечете на себя АИМ. Готовьтесь отчаливать. Вся такая квас появится. Мне нужно уничтожить все 4 турбины. Тогда питание отключится, и АИМ на это отвлечется. И пришлите мстителей на подмогу, пожалуйста. Хилл, как только я это сделаю, на меня насядет вся база. Я за ними прослежу. А ты оставайся в живых. Все. Понял, остаться в живых. Окей, будь выполнена. Спасибо, мстители, огромное спасибо всем. Акамау, так вообще супер. Все. Так, костюм StarTech. Чипы памяти. Ага. Последние чипы надо собрать, да? А мы же чипы собрали, да? Так, получается, надо уничтожить. Окей. Ну подождите. Ух ты. Вау-вау. Ладно, доктор Форс, приготовьтесь. Мне кажется, нам пора выдвигаться. Тут повсюду войска АИМ. Да ни хрена себе, Камала. Я, в принципе, за нее такую же играл. Правда, огромное всем мстителям вам спасибо. Вау, так, следующая тварь, да, уничтожьте турбины. Окей, окей. Ну блин, сами посмотрите, ну реально на самом деле классная серия. Я не прочь, я в принципе давно хотел сделать ее пройти, да и сам поиграть. Доктор Форсон, ничего не делайте, пока я не отвлеку АИ. Мы просто прогреваем двигатели. Писать лучше, чем, блин, на самом деле эти автоматики, а. Так, следующая турбина, да? Ух ты, ух ты. Ух ты, где звать? Фу, ты вообще лохи, а. А, ладно, что там в груди сперло? Ого, перчатки вдохновения безупречности. Ждите моего сигнала, доктор.
Пожалуйста, скорее! Я чувствую, они вот-вот нас раскроют! Вот теперь я разозлилась. Противник убит! Кто, кто, кто? Что-то в глаз попало? Свободен! Мы все крутые на самом деле, а? Так же забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, ведь я стараюсь для вас. И главное, всем спасибо за поддержку, даже комментарии, лайки и все остальное. Я вас очень люблю, правда. Ну, именно вы понимаете, как можно сказать слово «люблю». Правда, я вот очень рад. Мне нравится вообще на самом деле мой канал, и мне нравится вообще просто игры классные, разные классные и прикольные для вас проходить. Подожди, черная вдова? Давай так будем, а? Хотя ладно. Питания нет. Форсен, подождите 30 секунд и взлетайте. Пора отсюда убираться! Мы... Проклятие! Форсен, вы смогли вырваться? Не отвечают. Поднимайся. Окей, окей. А что на самом деле я, как бы сказать, тут не один нахожусь, а со мной Кэп, Тони и Камала. Говорят, хочу сказать, поднимайся, может поднимайтесь, а? Как-то недоработка. А может я просто мог спутников убрать, а на самом деле один пойти, а? Может быть я это не учел? А, какая боевая бобень, а, черная вдова. Они целятся в нас! Вау. Их сейчас собьют. Черт, Хилл, дай последние координаты. Сейчас. Подожди. Нас подбили! Мы падаем! Приготовиться к аварийной посадке! Да ё-моё! Хилл? 2 километра. А им собирается у предполагаемого места крушения. Ага, понял, понял. Все, погнали. Черная вдова, Наташа, красотка, огонь. Рядом с вами обнаружен особый противник. Победа над ним может принести вам ценные трофеи. Окей, пошли, замочим эту тварь. Ты тебя уничтожим? Уже не встань. Мы справились! Мы живы! Держись, я скоро буду. Вау, ого. Ого, робот. Давайте, жалоб, давай. От чистого так. Сердца! Спасибо, Тони. Вперед. Довольно с тобой церемониться. Блин, тварь сильная. Тебе конец. Черт, больно. Вау, а. Ну, какая же ты классная серия. Я вообще рад, что решил в нее поиграть. Но, честно, изначально планировал просто пойти без этого, без записи. Думал, типа, так будет лучше, хотя я рад, что, не, что решил по-другому. Так, где этот тупой противник, а? Где мы победили уже его? А, это робот типа и будет противник, да? Тогда пойдем заберем у него улучшение. Тащите объект, а им, доберитесь до места падения. Ну, так сказать, ну, окей, окей, сейчас доберемся. Честно скажу вам. Это классная, интересная, прикольненькая игрушка, тут классный сюжет, тут классные герои. Каждая своя способность, костюмы, и навыки и все остальное. Так, Ваня, как, больше ничего здесь не заберем? Нет. Ух ты, ух ты. Блин, на самом деле пистолеты лучше, чем эти тупые, блин, автоматы, а. Они
помощнее. Вставочки какие-то слабенькие, вот они, а. Жаль, как вдова. Ой, блин. Ой. Не время. Ха-ха-ха. Мы почти подошли. Так, получается, у нас тут что находится? А, больше ничего нет. Я помню эту серию, когда тут Халком играла. Противник добрался до места крушения. Ясно. Войска АИМ здесь! Я почти на месте. На корабле должен быть сейф с оружием. Используйте его. Неплохо. Теперь у них хотя бы будут пушки. Да не бойтесь, не бойтесь, мы идем. Мстители в почти полном сборе. С нами Кэп, Тони, Камала и, конечно, супер-классная Наташа. Ну, это... Ты. Саим, шутки плохи. Да, я с тобой не поспорю. Полностью согласен. Фух, блин. Так, куда нам? Ага. Тут ничего такого мы не найдем. Не, ничего нет. Маленько, пойдемте, спасем. Отыщите бывших ученых АИМ. Да, класс. У них жесткое приземление было, а? Реально жесткое. АИМ наступает. Это ненадолго. Спасите нас, пожалуйста! Спасите бывших ученых АИМ. Победите всех противников. Окей, окей. А реально такое жесткое приземление, да? Реально класс. Давайте всем мстителей. Опа-опа. Супер. Погнали. Даже пули жаль. А мне не жаль. Мне жаль, что я машу, а. Опа. Ух ты, блин. Спокойной ночи. Эти придурки. Видели? Кэп почти полетел. Только, а? Прощай. Ты придурок, а? Вы чё, охренели? Как бы это нечестно, а? Свободен. Давай, Кэп, я в тебя верил. Все пошло не по плану. Как обычно. Эй, Джарвис, мои деньги пришли? На ваш счет поступила внушительная сумма. Задание выполнено. Тут пришел паучок. Хотя при чем тут паучок, не могу понять. Никакого паука не было. Прикольная серия получилась, а? Награда за здание, прозрачный браслет. Ого, нифига себе, прикольная штучка-дрючка, а? Ты делал это за деньги? Глубокий вдох, командор. Я объясню, когда смогу. Объяснишь сразу же, как только сюда явишься. Тогда лучше пойду самым живописным путем. Ха-ха, 86% получится успешного задания, да?
Продолжить. Ну, давайте продолжим, а. Выберите задание. Выбор героев. Так, ну задание я выбирал, поэтому наша 16 серия подходит к концу. 16 серия под названием «Одиночное переключение черной вдовы» завершена. Увидимся в новой серии. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и самое главное, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока!